Всем привет. Соскучился я уже по Хакнету. Только удалось выкроить время. У нас выполненный контракт. И это говорит о том, что... Мы можем взять другую работу. Посмотрим сейчас. Game Changer, Sequencer качали. WebForm у нас есть. SQL тоже есть. Desvidos. В энтропии нам не выдают уже ничего. Проект Юнбург. Ага, закрыты пока. А давайте вот научить старую собаку новым трюкам. Потенциальный друг нашей группы нужен. Нужно добавить степень к его резюме. Сможем? Давайте попробуем. Хорошо иметь друзей высокопоставленных, которые соображают в области цифровой безопасности. Особенно друзей, которые знают, ничего не знают о компьютерной безопасности. Один очень дружественный персонаж недавно был принят на работу как агент, и мы... Мы должны продемонстрировать ему, в общем, немного силы. Мы хотим дать ему новую степень, которую он как бы получил в местном университете в Манчестере. Звать его Джон Талверн. Степень будет мастер цифровой безопасности, университет Манчестера. ГПА, видимо, это оценка средняя, 3 или выше. Важно, запомните, подчистите все следы своего пребывания. Международный институт очень здорово следит за своей репутацией, и нам нужно оставить ее незапятнанной. Мы не хотим их скомпрометировать. И если они обнаружат вмешательство, они нас не простят. Дата. База данных есть. Манчестерский университет. Masters in Digital Security. Хорошо. Но дома-то мы... Можем запустить. Все-таки я по... привычки запущу две. Пусть будет две ловушки, вот этой части хватит на две программы. Смотрим. О сервере. Добро пожаловать в Международную Академию. Это публичный сервер, который предоставляет централизованный доступ к академическим записям в университетах всего мира. Ага, понятно. Манчестерский университет. Джон Сталверн. Спешу-ка я на бумажке, а то окошко закрою. Ладно, на бумажку. Мы потом другой напишем. Ясно.
Search entries. GPA 3.3. Ага, вон что он как хочет. У него степень мастер цифрового маркетинга, а нужен на security. Ладно. Посмотрим, что за системка. Есть фаервол. Четыре порта. Сделаем так. Ага, все время пошло все-таки. SQL, я не помню, какого он размера. Да, он большой. Минута. Здесь надо изменить. Блин. Я отключусь. Потому что я не успею набрать команду, которая замещает строки. Я ее сейчас наберу, чтобы она была в памяти. Это replace. Название файла. Нужен. Талве. Теперь строки. Блин, а он мастерс или мастер? Наверное, мастерс. По-моему, так его называлось. Thank you.
Вот так, файл не найден, но в памяти он остался. Сейчас вопрос. В каком состоянии система? Да, она полностью в восстановленном состоянии. Проконтролирую все-таки. Что я правильно написал? Masters in Digital Marketing. Все правильно. А, и вот еще надо одну строчку. GPA 3.3. Ну пусть все так остается. Там написано 3 или более. Вот 3 или более. Значит, все мы сделали правильно. У нас работает WebMorm, в ТП остается SQL. Что за фигня? Почему? Ничего не изменилось. В чем дело? Почему команда не работает? Машин нужен. Нифига. Почему не работает команда? Может быть, вот эти квадратные кавычки не должны быть по-другому? Оформляться. Disconnect как-то будет replace. Двойные кавычки, как знал, блин. А где я тогда взял их квадратных?
Ну, конечно, не найден. Самый большой по времени. Почему не могу зайти? Что такое опять с игрой? Почему? Не понял вообще, что происходит. Ага, я в Entry Cache все-таки не зашел. Блин, перепутал букву одну. Ничего, он и в третий раз ходил за елкой. Самое главное сейчас без суеты. В бинарниках у них ничего, системник.
Тоже ни о чем. Все. Все чинно, благородно. Поздравление, клиент был доволен вашим успехом и вашей работой. Сейчас вы можете взять любую другую контракт. Кровушки-то попил, кровушки. Никаких подозрительных активностей на нашем собственном канале нет. Чистим логи. До сих пор не знаю, зачем секвенсор. Наверное, для особо сложных каких-то случаев. Обнаружить или создать расшифровывающую утилитку, программу. Удалить сфабрикованную запись смерти. Проследить зашифрованный файл. Проверить подозрительный сервер, это где нам врезали уже по соплям разок. Очистить академическую запись, двойки, видимо, потереть кому-то в электронном дневнике. Ага, о, какая-то, наоборот, добавить записи смерти члена семьи. Шутки, видимо, такие. Ну, удалить сфабрикованную запись примерно то же самое, что сейчас было, я так полагаю. А вот создать расшифровывающую программу. Новая компания выпустила шифровальную программу. И она теперь перешифровала кучу кода, которого раньше мы и сами использовали. Алгоритм выглядит не таким уж плохим, какими мы встречались в прошлом, и пока что нет решения для этого варианта. Этот контракт, по этому контракту вы будете должны решить проблему путем, каким же хотите. Но нам нужно, чтобы файл был расшифрован. Блин, сложненько. Принимаем. Офигеть, вот это я хапнул контракт. 3 сервера только на скидку. Так, Deck Solution, это, видимо, название вот этой компании. Они закончили свою новую Deck шифровальную утилиту. В общем, программка шифрует файлы. У нас есть файл, который мы хотим, чтобы... Ага. Который мы хотим, чтобы выглядел так, как будто он зашифрован этой утилитой. Я сбросил тебе копию его на Crossroad сервер.
незащищенная свалка для всех пользователей нашей группы. Называется Encrypt Source Deck. Deck is a file extension, который генерирует новая вот эта программа. Возможно, ты захочешь сначала взглянуть на сам файл. На самом сайте компании вообще практически нет ничего интересного. Но если ты покопаешься, может быть, найдешь что-нибудь, что поможет. Как только ты войдешь, пытайся отсканировать всю сеть, чтобы пройти дальше. Я, кстати, вот здесь International Academic Database что-то не просканировал. Там же могут быть и мобильные девайсы. Crossroads. Блин, вот почему нельзя убирать и масштабировать? Скоро непонятно уже будет, где кто. Public Drop Server, это, видимо, нам туда потом нужно будет скинуть. Deck Solution. Веб-сервер и контракт. Этот мы выполнили уже, но мне надо его показывать. Исследовать их сеть нужно. Найти метод, которым они шифруют файлы. Зашифровать файл, который нам прислали. И закачать его на Drop Server. Это нам ясно. Ничего не понял, почему у меня к нему нет доступа, к нашему серверу. Что за анекдот? Чтобы не расслаблялись. Да, этот закодированный. Ладно, особо интересного нет, тоже все дек, все зашифровано.
тренируюсь дома распаковывать. Видос. Нет команды, я такой unzip. Понятно, не для моих пока. А, во как. Хоть захочешь, возможно, говорит, посмотреть на файл. Файл слишком большой, чтобы его показать. Группа по 6 цифр. Заголовок и основное тело. Ключ вот здесь. Ну и толку-то на него было смотреть. Dex Solution. Взглянем мельком, что там. Firewall, два порта. Ну, просто приглашение. Encrypt. Сканируем, ага, есть. А вот это. Проверим сразу на бинарники пустые. Дефолт будет модуль Dex Solution. Тоже не найден ничего. VIP индекс. Ом. Прочитай, ага, ты попался, типа, посмотрел. Мы убираем и смотрим на вот этот сервер.
5 портов, и я больше чем уверен. Запустят таймер. Нет. Почему так не сработало? Почему я пробел ставлю впереди? Опять начал поторопиться. Так. Нет сканирования по турлоге. Новая политика. Надо, так, это надо прочитать в спокойной обстановке. Да, так, это тоже. Дециферменту, а тут возможно то, что нам нужно. Децифер. Тест билд. Директорию все не могу, да? Абрамса, что? Midden Office, it's important meta. Тоже может все пригодиться.
Скан ничего не дал, да? Вон он, ты свидосики. Будем смотреть дома. Так, децифер. А программку... А чё мы сразу? По заданию сработаем. Если текст какой-то будет вменяемый, значит все угадали. Да сделали. Операция... Ух ты! Там что-то было. Да. Частная статистика. Крипсов с КС. Вот так вот неожиданно. Решилось. Да, все получилось. Гипс снимает, клиент уезжает. Сейчас вы можете выбрать любой другой из контрактов, доступных в нашей базе. Необычное задание, но довольно неожиданно легко. Без таймеров спокойно дали поработать. Все посмотреть. Справились. Хватит, наверное, на сегодня. Когда происходила расшифровка, здесь мелькал айпишник, который начинался с десятки. Может, это какой-нибудь... Можно побочно еще цепануть сервер. Но теперь только на записи смотреть. Вот секвенсор еще непонятно для чего. Возможно, это зипы расшифровывать, хотя... Малость, вероятно, название слишком такое узкоспециальное.
Вот так вот сегодня поохотились, поработали. Вроде бы ничего заумного, но интересно. Такая медитативная игра. Спасибо вам за внимание. Всего вам хорошего, удачи и пока. В следующий раз выберем еще что-нибудь. Я не боюсь сейчас что-то заглядывать даже в список контрактов, чтобы не получился косяк, как в прошлый раз. Система считала, что у нас какой-то контракт принят. Поэтому следующий уже будет в следующей серии.